После довольно длительного перерыва участницы марафона классных руководителей 2020 вновь собрались все вместе, чтобы завершить второй тур конкурса профессионального мастерства. 10 из них уже успешно преодолели первый этап. Это было интегрированное мероприятие с привлечением мам и пап школьников. На втором этапе педагогам предстояло показать себя на лекции для родителей. Каждой из конкурсанток по регламенту полагалось 15 минут. Ольга Михайловна работает учителем начальных классов в Старогородковской школе не так давно, но ее жизненная кредо – учиться никогда не поздно. Педагог признается, что именно любовь к детям привела ее в эту профессию. Учитель перестает быть учителем, когда он перестает учиться. Принимая участие в таких конкурсах, мы учимся друг у друга, перенимаем друг у друга опыт. Кто вам помогает, кто вас поддерживает? В первую очередь семья, конечно же, ученики, и большое спасибо родителям, и очень большая поддержка от администрации школы, в которой я работаю. Выступления самых смелых и очаровательных конкурсанток оценивали, как всегда, члены компетентного педагогического жюри. Они отметили, что абсолютно все классные руководители достойно прошли второй этап. И за горами финал. Организаторы марафона уверяют, что именно там у каждой конкурсантки проснется боевой дух и воля к победе. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».